Всем привет! С вами канал Art Money. И сегодня у нас с вами обзор на вот такие чипсы Pringles со вкусом сметаны и лука. Вот он здесь такой красивый лучок нарисован. Сметанка. Так, давайте с вами посмотрим состав на зеленом фоне. Кому интересно, нажмите стоп и прочитайте. Если вы, конечно, надеюсь, что вы увидите. Здесь вот какая-то ценность, наверное, энергетическая. Так вот, довольно хорошие у них такие коробочки, плотненькие. И давайте с вами откроем и посмотрим. Ох ты, господи. Такая крышечка хорошая. А на самом деле, это у меня уже второй обзор на такие чипсы. Первый был у нас, по-моему, без особого вкуса. А теперь мы с вами попробуем со вкусом. Ух ты, как они открываются тяжело. Что там у нас? Ух ты, какие они маленькие стали. Я помню, мама мне в детстве их покупала на день рождения. Там они реально были большие. И здесь, кстати, видно, что они сделаны из смеси. То есть это не, как это раньше было, натуральные чипсы, обжаренные в маслице, да? То есть сейчас уже делают по-другому. Так, все, высыпать я не буду. Ставлю там часть. Так, давайте вот так вот положим. Вот. То есть, в принципе, здесь видно, что они сделаны из смеси. Я не понимаю, честно говоря, почему они дорого стоят. Но, скорее всего, цена больше идет за бренд, чем за сами чипсы. Вот. Здесь видно, что это смесь. Здесь видно. Такие они все одинаковые, похожие на седло лошади. Пахнет, кстати, луком и сметаной. Больше, наверное, луком даже. И давайте же ее попробуем. Они все прям копии одинаковые, друг на дружку похожи. Здесь они более поджаристые выглядят. Ладно, пробуем. Да, они порошковые. Ощущается лук, сметана, ну так вот как-то. Больше, честно говоря, немного они пересоленые. Не то, что там, допустим, они могут быть немножечко соленые. Здесь они пересоленые, и, честно говоря, они вкусные. Затягивает. Правда, затягивает этот вкус. Хочется взять еще одну, еще одну, еще одну. Ну, в принципе, да, они вкусные, они классные. Но немного почему-то пересоленый, непонятно почему. Вот. Ну, то, что, честно говоря, они сделаны просто из смеси. И так дорого. Не стоит где-то со скидкой около 90 рублей. Без скидки, конечно, дороже. У нас они стоят 100 с чем-то. Причем там за сколько? 165 грамм. Хотя, не знаю, может, за 165 грамм. Нормально. Ну, вкусные, хорошие. Давайте еще попробуем. Они действительно затягивают, и пытаешься целую чипсинку такую положить в рот. Вот так, сейчас мы возьмем сразу две. Из них, я знаю, некоторые девушки делают какие-то салаты. Если вы знаете салат, у вас есть рецепт такого салата, напишите мне в комментариях, и мы с вами сделаем. Или я одна, может быть, сделаю, чтобы ваш рецепт не отправлять на публику. Пробуем. Да, они пересоленые. Но они, кстати, хрустят. Хрустят они прям классно, хорошо хрустят. Видимо, поэтому они и были и по акции, потому что пересоленые. Их, наверное, хорошо прям какому-нибудь пиву, может быть, с, там, не знаю, такому конкретному пиву. Может быть, тогда не заметишь. А вот так вот просто поесть, допустим, открыть по улице, идешь и поесть, обязательно купите с собой что-нибудь попить. Потому что реально хочется пить. Поэтому, кстати, я всегда покупаю чипсы сейчас в последнее время уже без вкусов. Потому что чисто просто чипсы, они какие-то более ароматные, они вкусные. А вот здесь вот какая-то там сметана с чем-то, там луком, уже как-то все равно немножко другое. Может быть, поэтому они пересоленые кажутся. Ну, не знаю, как-то так. Но они, кстати, хрустящие, классно они хрустят.
И я думаю, что через камеру там было вам слышно, как они хрустят, это супер. Потому что прошлый обзор я делала под веб-камерой, и весь хруст она вот этот записала, и там, когда я монтировала, был просто нереально классный хруст. Прям, не знаю, такой, как какой-то фон звучал, прям классно, мне понравилось. На тот обзор я оставлю ссылку в конечной заставке, посмотрите. Напишите свои отзывы обязательно, комментарии свои пишите, обязательно ставьте лайки. Эти обзоры я делаю только для вас, чтобы вы не тратили свои деньги на ненужные товары, невкусные товары. Также обязательно подписывайтесь колокольчиком, потому что следующий уже ролик, обзор на продукты выйдет через день. Влоги у нас выходят каждый день. Во влогах я снимаю сыночка, которому 3 годика, как мы живем, развиваемся, путешествуем, отдыхаем, гуляем. Вот, обязательно подписывайтесь и смотрите нас. Мне будет очень приятно. Пишите комментарии. Я оцениваю каждый комментарий. Если что-то нужно, я отвечаю обязательно. Также обязательно взаимно подпишусь, если вам нужно. И с вами был канал Артмания. Всем пока-пока!